Послезавтра всем нам придется менять привычный летний образ жизни, причем даже тем, у кого нет детей школьного возраста. 1 сентября – это не только бантики и букеты, но и пробки на дорогах, а также резкий рост простудных заболеваний. В этот раз начало учебного года совпало с новой волной COVID-19. Как она повлияет на учебный процесс? Будет ли дистант? И стоит ли помимо тетрадей и учебников класть ребенку в портфель пачку масок? Об этом сегодня говорили на брифинге в мэрии Улан-Удэ. Всем рекомендовано провести линейку одномоментно в 10 часов. Пройдут они торжественно, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Это пропускной режим, термометрия, обработка рук, уборка помещений, использование у нас рециркуляторов. То есть все профилактические меры будут выполняться. И нам очень важно, чтобы наш образовательный процесс был в очном формате. На подготовку к новому учебному году выделили более 500 000 000 рублей. Большую часть этой суммы потратили на капитальный ремонт школ, закупку новой мебели, оборудования и учебников, а также на установку систем безопасности.